Уважаемые друзья, сегодня в нашей традиционной рубрике «Распаковка» действительно интересный продукт. Это домашняя автоматическая пивоварня «Бавария», любезно предоставленный нам, кстати, магазином трендовых товаров. В сегодняшней распаковке мы рассмотрим несколько вопросов. Это качество упаковки, в котором приходит к нам товар, комплектация самого товара, ну и те бонусы и спецпредложения, которые предоставляет нам магазин трендовых товаров. Ну что ж, итак, приступим. Первое, на что я обратил внимание при знакомстве с товаром, это действительно жесткая упаковка, которая фактически исключает возможность внутреннего повреждения самого товара. И мои первые впечатления действительно меня не обманули. Упаковка действительно собрана на жесткий брусовый каркас, обтянутый со всех сторон фанерой, что создает дополнительную жесткость всей конструкции. А внутри сама пивоварня укрыта заботливо вспененным полиэтиленом, чтобы исключить царапины и мелкие сколы во время транспортировки. При дальнейшем рассмотрении я обратил внимание, что весь варочный бак жестко закреплен на анкер-кольце при помощи нейлоновых стяжек каркаса упаковки. Такой основательный подход к упаковке внушает только уважение. Крышка нашего бака, как и весь корпус самой пивоварни, собрана из достаточно толстого металла. Я думаю, с такими именно щитами воевали спартанцы при фермопилах. Но это лирика, давайте перейдем к дальнейшему рассмотрению. Внутри пивоваренного бака мы находим меньший, сусловарочный, под прижимной планкой которого мы найдем три фильтровальных сита с разной ячеей. Низ сусловарочного бака затянут в качественный силиконовый уплотнитель во избежание царапин и прочих неприятных ощущений, таких как скрежет и прочее. Внутри бака расположился мощный нагревательный ТЭН и выход сопла насоса заботливо прикрытый крышкой, рассеивающей струю для исключения вымывания солода из бака. В комплекте идут две металлических прихватки, позволяющие при варке пива безопасно извлечь сусловарочный бак и опереть его для стекания остаточного сусла. Нижняя часть варочного бака плотно помещена в пенопластовую подушку. Производитель в комплектации также положил инструкцию по эксплуатации домашней автоматической пивоварни «Бавария». Буклет с рецептами, которые помогут начинающим пивоварам на первоначальном этапе. Естественно, гарантийный талон сроком гарантии на 1 год. При этом магазин трендовых товаров предоставляет такой бонус, как расширенная гарантия, предоставляя дополнительную гарантию в объеме 0,5 года. Итого общая гарантия получается на продукт 1,5 года. И, наконец, руководство пользователя по электронному блоку управления домашней пивоварней «Бавария». Это именно та часть установки, которая облегчает пивоварам жизнь при приготовлении пива. Ну что ж, друзья, перейдем к рассмотрению внешней части нашей домашней автоматической пивоварни «Бавария». И как мы видим, снаружи компактно расположился надежный германский насос, жестко закрепленный, ничего не люфтит и не болтается. На передней части расположился кран для слива сваренного сусла и электронный блок управления, который облегчает жизнь пивовара. И вторым бонусом для покупателей пивоварни «Бавария» в магазине трендовых товаров является нахождение в комплектации охлаждающего чиллера для сваренного сусла и силиконовый шланг для данного чиллера. Общие впечатления как от упаковки, так и от самой пивоварни у меня остались сугубо положительные. Как говорил один известный видеоблогер, вес – это надежность. Производитель позаботился о том, чтобы доставить нашу пивоварню в целости и сохранности. О том, что она прослужит для нас долгие годы, у меня сомнений никаких не осталось. А в следующем нашем ролике мы рассмотрим домашнюю автоматическую пивоварню «Бавария» в деле. До скорых встреч, друзья!